Доброе утро, с вами я, Труман Купер, и сейчас у нас Dying Quang. Сука, очень громко по ушам ударило, я, блядь, аж себя перестал слышать. Короче, сейчас у нас Dying Quang. Да. Мы вчера закончили основную сюжетную линию, сейчас мы будем проходить игру, точнее, DLC The Following. Я еще окончательно не проснулся, буквально недавно встал, нихера не выспался, опять же. Снова, блядь. Или, короче, вот. Дополнение The Following. Слышал очень много хорошего про нее. Ну, нормали, пожалуй. Не хочу я... Да, и смысла нет на ходе игры, на самом-то деле. Так. You said he talked about magic and what? Domesticated zombies? Sure. He talked about a group of people who don't get infected. Don't if they're bitten. Delirious people will say anything. He was holding this map when we brought him in. Whoa. This looks like a way out of Haran. Crane, we are running out of Antazin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Stay away! Stay away! You don't understand. The mother. Здравствуй, да, ты прям вовремя пришел. Доброе утро. Ну, заинтриговали прям сходу этой катсценой. Ничего не делать. Привет, Коль. Доброе утро. Бля. Бля, у меня трагедия. У меня сахар закончился, блять. Ну, Коля, вот кто же виноват, что ты по ночам не спишь? Короче, весь лут сохранился, это радует. Ну ты же сам принимаешь решение за себя, чё Рому-то винить? Удивительно, вот вы не работаете, вы по ночам не спите. Я работаю, по идее, ночью, по ночам работаю. И при этом я ночью сплю. В смысле, что назад? Ну давай. И что, тут что ли? Что ты хотел назад? Опять какая-то пасхалка или что? Надеюсь, ты... Труп снарядом?
Погоди, где? Доводы, после... А, вот, вижу. Окей, спасибо. Я его реально не заметил. Все, спасибо большое. Я даже не обратил внимания. Ну, да ничего страшного, наряд это не такая важная вещь. Я говорю, я сюда пришел за сюжетом. За... Здравствуй. Я сюда пришел за сюжетом, за постановкой, за всеми вот этими вещами. Наверное, за теми вещами, за которыми обычно в Dying Quiet не ходят. Это таинственная символика. Все игровая территория. Лина, do you copy? Уставать. Yeah, listen, your one-eyed delirious patient, he was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. He died this morning, Kyle. The fever got him. You're on your own, I'm afraid. Лина? Лина? God. Fucking mountains. Немножко напоминает мне Far Cry 4. Вот эти горы, но это совсем чуть-чуть. Там тоже везде горы, ленточки. Не, извините, просто, ну, вроде бы нормальная текстура, тут бах, вот такая, блядь. Такая текстура, что я, мне же в глаза бросилось. Че, я, наверное, разобьюсь отсюда, да? Наверное, сюда еще. Судя по спойлерующей обчивке, нам надо прямо сюда. Эх, бля, я хотел в скалу завернуть. Типа, это было бы очень кстати. Да-да, я уже понял, что надо. Да, тут ачивка проспойлерила. Ачивка называется «Не боишься промочить ноги». Я такой, понятно. Да тут вариантов-то не было. Помню, самый мой первый прыжок, ну вот, прыжок в воду такой, это был Far Cry в первой части. Ну, который прям запомнился. Где ты тоже дерешься на фонтане, за тобой бегут мутанты, тебе надо прыгнуть вниз, ну, с огромного расстояния. Кто-то отдых не сдался. Причем у игры действительно получаются атмосферные моменты. То есть разработчики могли бы неплохой хоррор замутить. С неплохой музыкой и с густой атмосферой. Но... Опять же. Игра типа не про это. А вот и зомби появились. Что-то новенькое. Интересно. Ух ты ж, нифига себе, какой скачок в этом.
в уроне. Ни хрена себе. Сравнить, блин. А хотя не так уж и большой скачок. На 30 единиц. Ну ладно, пускай будет. Так, что у нас тут? Навыки. Ничего нового не добавили? Нет, похоже. А, погоди, машина. Уровень водителя. Необычно-то на природе. Не смог воспользоваться. To talk to someone in charge. I'm from Haran. Oh, you a smuggler? You work for that crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here just... I need some help. As for Jasir, but understand this. If you steal anything, you lose your hands. Excuse me. I don't know anything. Look, could you just tell me where to find someone who does know something? Look for Jasir. He'll be inside the bar. Need something? Are you the one in charge? I need some help. Talk to Jasir. Не хочу, я не говорю, не хочу с ним говорить, я хочу со всеми остальными поговорить. Бля, сколько здесь персонажей? Listen, I just need some information. I don't know anything. You should ask Jasir. Okay. Where do I find him? Inside, in the barn. Thanks. Каждый про амбар говорит. Бля, опять мужики, которые за пузо держатся, блядь, просто обожравшиеся. Ну я говорю, зомби-апокалипсис. Ладно, пойдем к этому Джасиру. Ну-ка, сейчас, сначала, что здесь? О! Нельзя открыть. Интригующе, это что ж такое? Причем, мне кажется, это не это. Это, возможно, не... Только без спойлеров, но... Возможно, это действительно реально существующий персонаж, а не какой-то выдуманный, типа, ну, которому, типа, знаете, как... Как... Сейчас, подожди. А, в этот амбар, блять, а я думал, это амбар. Мне кажется, это матерь действительно где-то обитает. I don't mean to interrupt. I'm looking for Jasir. I am Jasir. But if you want food, we have only bread. No, no, I don't need food. Listen, I'm from Haran, and I've... А зачем ты мне проспойлеришь, что у нас существует? Я говорю, не надо спойлеров. Я просто предполагаю, even if they get bitten. Oh. And who told you this? A dead man, I'm sorry to say. You might as well keep listening to him. I'll tell you no more than he. Fucking hell, why won't anybody help me? The virus is all over the city. Персонажи лучше не стали в DLC. You still live. Take some bread, my friend, and go back to Haran. No one wants you here.
А, блядь. Lena, this is Crane. Do you copy? Damn it, what a fucking wasteland. Hey, yeah, you, come here. Come on, come closer. I won't bite you. Сам нашел, с кем поговорить. Like the rest of these yeah, I'm talking about you, you nut jobs. So you're not one of them? Why aren't they trying to run you off? Because I sell more shit than just bread. My name's Khan, by the way. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Bet you ran into my optically challenged buddy. You mean the guy with an eye missing? Yeah, that's the one. My boy Kurt. How's he doing? He didn't make it. Well, that's a damn shame. But can't say I'm surprised. Maybe you can help me. Kurt said the people out here are immune to the virus. You know anything about that? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Fucking wackos. They're in a damn cult, led by some woman they called the Mother. Used to be just a harmless local tradition, you know? They weren't serious about it. They're goddamn serious these days. Ever since the outbreak. They scribble symbols everywhere, do these fucking rituals. I think they even pray to her. Yeah, but what about this whole not turning thing? They on Antizin or what? Listen, I'm short a man now. And since I'm an entrepreneur, let's do business. Partner up, you and me. Buying anything, friend? Подслушиваюсь, крыса. What partnership you have in mind? Well, you need some information, and thanks to Kurt getting himself deceased, I need a driver with brains. I can show you something that might help you out, but we'll need to get some wheels first. You want a vehicle out here? Where am I supposed to find that? I'd look around the nearest farm, I order you. And hey, be discreet about it, right? Ой, бля, по-тихому это не про меня. Какая-нибудь обойма пистолетная, да? Нет, смотри-ка. Еще хуже. Окей. Надеюсь, в этой игре будет с ездой получше, чем в Киберпанке на машинах. Tell me this? Well, they weren't important at the moment. Fucking fleas, you just can't get rid of them. No structure, no balls, no knack for business. Sounds like we're off to a good start. Прикольно они придумали с этими ленточками, потому что если бы не ленточки и цветочки, этот лес был бы пиздец каким скучным. А так хоть за что-то глаза цепляются. Блять. Как же так? Мне нужна снайперская винтовка. Интересно, здесь такая будет, потому что открытые пространства, все дела. Ух ты ж. Так, так, так. Ага.
О, блядь! Сука! Блядь! Я нажимал, блядь, колесико, ну, типа, блядь, крюк, и он опять не сработал, сука! Ну, это так смешно, блядь, ты, блядь! Блядь, умерли вдвоем. Я нажимал крюк, чтобы сюда подтянуться. Как вы поняли, ничего не получилось. Нет, тут проблема не в том, что сейчас он был перезаряжен. Он уже был заряжен у меня, я мог его использовать. Просто он не всегда используется. По непонятным причинам. Странно, обычно в таких местах, ну, хоть что-то кладут, ну, типа, бля. Либо подобное здание будет повторяться, вот одно из двух. Потому что я уже копипастую еще в оригинальной игре видео, там постоянно помещения повторяются. То есть в игре не пахнет таким, знаете, безумно эксклюзивным контентом, когда ты, типа, заходишь, и каждая квартира разная, ну, или почти каждая. Наоборот, ты заходишь, и будто бы ты уже там был. Просто уж очень странно. Целый дом без всего. Ничего внутри нет. Но крюк — это офигенная вещь. Вот я обожаю шутеры, ну и не только шутеры, вообще игры, в которых у главного героя есть хоть какие-то способности. Вот крюк — это действительно офигенная вещь для экшена. Потому что, ну, это классно сделано еще с тактической стороны. Ну, какие-то вещи там, какая-то турбина, что ли, только что было. Да, я знаю, сейчас возьму машину. Осмотрю сначала, что здесь есть. Да о чем, Коля? О том, как я упал, ну знаешь, это был бы действительно позором, если бы этого парня бы не сбил. Вот тогда был бы действительно лютый позор. Парня не сбил, еще и сам упал. Так. Получилась не идеальная позорная ситуация. Опа. Может, здесь найдется коробочка с этими припасами?
господи, я тоже. Мне даже чай не спасает. Я реально себя паршивенько чувствую. Так. Так, выбросить. Это что сейчас было? У меня сейчас такой шум был в ушах, будто бы в квартире что-то случилось, разбилось. Да, мне тоже хотел убивать. Только видишь, только ты поспишь и придешь в себя, а я просто не выспусь. Я сегодня надежда на работу, что приду, поработаю и лягу там на работе спать до утра. Это что ж такое, у меня с наушниками проблема-то? Да, тут какие-то детали еще для машины. Неужели тут машину можно апгрейдить? Ладно, поехали. Ну да, судя по ее внешнему виду, ее только и апгрейдить. Ну что, это точно. Больше выезда нету, что ли? Окей. Я на самом деле понадеюсь на то, что здесь будет еще один выезд. И я проеду напрямую. Ну ладно. Кстати, опять ворота появятся? Не, они появились. Погоди. Сейчас. Отъезжаем. Странно, а почему же они до этого появились? Не понимаю. Подожди, блядь. Управляется вроде чуть лучше, чем Киберпанк. Нормально управляется, пока что. Ой-ой-ой, я что-то как пересечен на местности, это не айс. Понял. Ну, знаете, похвально, что разработчики в DLC, ну, хотя бы транспорт добавили. Конечно, мир из-за этого, ну, стал вообще пустым, пиздец. Ну, то есть, если так посудить, то... Ну, я бы пока что не сказал бы, что в DLC какая-то интересная локация. Опять же, мне просто не нравится выбор места действия. Не поймите меня неправильно, но да, даже не знаю, как это. Могло быть и лучше. Специальная стоянка для машин или что? А, я внутрь не могу заехать. Ну, ладно. Ой! Лень прыгать.
А ты что за школьница, блядь? Будто бы вылезла, блин, из Life is Strange. Asked him to leave, huh? And what, at gunpoint? And who's they? They finally did what my father should have done a long time ago. And it suddenly got really nice and quiet around here, didn't it? You didn't answer my question. Это новый любовный интерес? You're here for the same reason he was. Same reason the bandits won't leave us alone. And we're supposed to trust you? Но новый любовный интерес выглядит лучше, чем прошлый любовный интерес. You don't have to convince me. I don't care. Show everyone else you're here to give, not just to take. And I'm Ezgi, by the way. Ezgi, ну... Ну и имя, конечно. Kyle Crane, Ezgi. Can you give me some hints at least? What do you guys need? I suppose I could help you out. Just remember, you'll have to return the favor one day. You got it. Хотя что-то у нее во взгляде дебильца какая-то присутствует. Imagine what would happen if you got our water running again. I assume there is a way to do this. Yes, there is, but it's in bandit territory. Several men who volunteered to go there, well, they never came back. So I wouldn't recommend it, unless you have a death wish. If you do, then just follow the pipeline. Okay. Thanks for the hint, Ezgi. Hey, but when you said they asked him to leave, you didn't mean the people who live around here, right? No. These people never actually do anything. They couldn't get rid of Khan for months before. Why would they do it now? Still dodging the question. Still not sure if you deserve an answer. Yeah, but kicking someone out of the community just because he was rude, isn't that a little bit cruel? Could be. But there's only a tiny wall between us and a swarm of bandits and zombies and who knows what else. One man's big mouth could be enough to tear this place apart. And you're okay with that? And if he can't find shelter out there, he's a dead man. Oh, come on. You're from the city. You know people like Khan, don't you? They always find a way to survive. He'd barter with a corpse if it meant he'd get away from trouble. Вообще, кстати, она тут верно подметила, что удивительно, блять, тут стена — это все, что защищает от зомби. Причем, я не знаю, тут есть эти прыгуны ночные, это во-вторых, а в-третьих, типа, смотрите, вот мы проехали, но хули там зомби ходят по вот этим, по полям, если вот мы проехали, и они, по идее, должны... Погоди, где, куда я свою машину оставил? Так вот, и... Все вижу. Короче, как по мне, зомби должны, наоборот, здесь столпиться вокруг этого района. Либо здесь надо вести себя сверхтихо. А еще, да, я вот понял проблему, что... Эта машина не плотва и не транспорт с киберпанка. Ты его себе не вызовешь. А тут еще и бензин надо заправлять. Слушай, ну, секунду. Так. Нужно топливо. Окей. Стоп, что? Угу. Да понял, блядь. Так, снаряды. Нихера. Понял. Короче, надо... Что за переставить? Не понял, что переставить там. Можно вызвать? Это потом или сейчас уже могу вызвать? Ой, ну если машину можно вызвать, тогда вообще удобно. Так, тогда... Тогда, конечно, немножко странно, но хорошо. Макс-то зомби получается. Какая нахер охотничья вышка? Уля-ля. Что это такое?
вот атмосфера вот такая вот, типа вот какой-то культ, вот эти таинственные рисунки и прочее, мне это вот нравится, реально нравится. В этом действительно появилась во всем какая-то таинственность, которой не было в первой части практически вообще. Потому что, видите ли, в первой части у нас злодей был какой-то дебил, который своих людей убивал, а здесь уже все поинтереснее. Кстати, да, я так торговца-то и не нашел. Так. И где какая вышка? Что-то я не понял. А, это... Вот он, понял. А что это за место такое? Что у нас тут? Уж должен быть какой-то лут. Что-то я не нашел нормального лута. Тихо. Может быть, вот здесь вот что-то хорошее лежит. Ладно, сейчас отобью их. Тихо. Окей. Ой, что тебе надо? Так, хватит уже, блядь. Так, не получилось. Да я хотел это, контратаку сделать. Секундочку, отъебитесь от меня. Смотри, блядь, все равно притопали, а. Я недолго сейчас буду играть, так что сейчас я не вижу в кооперативе, потому что я отойду потом готовить, кушать и так далее. И здравствуй. Так, что это? Детали. А, ну да, да, детали подвески, болты. То есть в таких, таких ящиках для машины и бомбас. А, все, хорошо. Значит, прокачать нужно, чтобы машина появлялась. Буду знать.
Я сейчас немножко отсталый. Ну, я вообще по жизни немножко отсталый. Но сейчас особо немножко отсталый. Потому что ни хера не выспусь. Господи, блядь, валить от меня. Вот мне говорили, что вот этот вот противник, это самое, ну, ничтожество. Но на самом деле вот это вот, вот этот противник истеричный, это самый худший противник в игре. Хуже просто быть не может, потому что они просто заебывают. Они постоянно за тобой несутся, блядь, пока остальные медленно волочатся, а эти прям тебя преследуют. Опа, что это у нас тут такое? Бля, чай закончился. Дотянуть бы теперь до вечера. Опять инвентарь заполнен. Что ж такое? Завтра в магазин схожу, докуплю себе покушать и снотворное. Хотя не, нахер покушать, я лучше себе сахар куплю реально и снотворное, он будет заебись. Буду спать как младенец. Никогда не пил снотворное. Черт, лучше бы была прокачка, реально, вот автовзлом, потому что взламывать замки на протяжении всей игры уже просто надоело. Надеюсь, во второй части, может, завезут такую функцию. Типа нажал, он сам анимации проиграл. Опа. Шкатулка. Все, пойдем. Нафиг. Короче, просто зона лута. А, стоп, тут же еще вот что есть. Либо здесь будет миссия потом, либо это просто зона лута. Углепластик. Халва. Блях, сейчас бы халвы поел. Ой, блядь, нихера себе. Я сейчас даже дернулся, я просто не ожидал его на выходе увидеть. Сейчас. В игре про зомби я не ожидал увидеть на выходе зомби. 29 аптечек, пиздец. Ладно, все, я сейчас постараюсь меньше вот в таких местах бывать и все-таки следовать сюжету. Бензина я так и не нашел. Бля, я до сих пор из киберпанка два прыжка делаю. Они же не будут мою машину колотить, ко мне нет. Мат-блоха. Ой, блядь. Серьезно? Бля.
А, это что-то новенькое, я думал, они на меня не будут заупаться. Я еще подумал, блять, машина взорвалась, сука. Что же такое невнимательное? Надо просыпаться. Слушайте, это что-то новое. Раньше либо были враги, а теперь какие-то неопределенные это. То есть, они... Что-то я не понял. Я типа с ними мог нормально законтачиться или что? Типа, это как-то очень странно. А теперь они называются бандитами. Да я не могу проснуться, я говорю, я не выспался, у меня сахара нет дома. А идти в магаз очень глом. Путать машины, спасибо. Понял. Это он, нихера. Понял. Вот оно что. Понял. Спасибо. Я же говорил, что нет, я пока не буду совместно, потому что я скоро закончу. Я ненадолго играю. Я потом пойду готовить, а уже потом хз. Как дело пойдет. Это что за месье? Это у них типа-то такие кровавые забавы были? Или что? Черт, мне бы торгаша бы найти. Что же у меня такие флешбеки по сталкеру-то? Я не знаю, я иногда... Вот когда я бегаю здесь с оружием, у меня всегда сталкер в голове. Здание немного похоже. Вот уж нифига сколько кошельков. Жалко, денег у них практически нет. Да, да, метро тоже. Но метро это когда вот в подземку заходишь, вот тогда действительно. Вот когда еще было оружие ближнего боя, у меня не было таких ассоциаций. Но как только я взял автомат в руки и все, что-то... В голове сразу сталкер. При том, что, опять же, я не любитель сталкера. Я не любитель сталкера. Jazeer sent me. Well, Eski did. You're one of the three who got lost? The only one left. I am Ali. They got thrown to that beast. Okay, listen, Ali, this place has to be at least sort of operational. Otherwise, the bandits wouldn't have had any water. The bandits have water here, but there is none at the farm. Perhaps we can redirect it. Какие же здесь однообразные персонажи. Нет, я все прекрасно понимаю, но
Могли бы место действия другое сделать, когда место действия происходит в Европе, в США и так далее. Персонажи все-таки немного, но разные, что по внешности, что по говору. Ну, а тут будто бы, блядь, 10% персонажей как еще выделяются, а остальные 90% это просто, блядь, это просто, блядь, вот он. Просто у одного... Убрали усы, добавили борду, новый персонаж. Не говори, что мне опять вентили крутить. Да. Что-то я думал, что вдоль трубы-то типа сюда. Погоди. А, вот, могу. Нет, стоп, не могу. Эту? Нет, нет. Стоп, что? Блять, обыскать. Вот они. Где-то здесь, наверное. Бля, он же сказал, иди вдоль труб. Что не так-то, блядь? Сюда? Нет, нихера. Я вентиля не наблюдаю, блядь. Кроме вот этого разве что, но он не активный. Здесь тоже... А, подожди. Не, нихера. А, маркером показали, блядь. Окей. Мой косяк. Просто до этого маркер не отображался, я подумал, что надо самому найти. И куда, блядь, он пропал? А, вот, блядь, такая тоненькая пиздюлька, блин, ну, типа, как трубы отмечены. Опа. Да я лучше так полюблю, с них падаю. Я-то думал, вдоль желтых труб, где-то там, ну, окей. Я говорю, я вообще не выспался. Тяжко мне соображать. Я поэтому до сих пор тирания не прохожу. Так. Ой-ой-ой, как бы. Кажись, я опоздаю. Да, похоже, я не успею. Блять, надо же было на машине, ёб твою мать, блять. Я забыл про машину, я же говорю, блять, туго соображаю, сука. Ладно, пускай взрывается. Я, сука, блядь, сейчас, секундочку. Не, пускай взрывается, сейчас. Я сейчас пойду кипяточка себе налью, чай сделаю без сахара, блядь. Мне надо очнуться. Я не могу, блядь, мне мыслительные процессоры. Мыслительные процессы вообще не работают в голове. Секунду, сейчас я схожу за чаем. Это мне пиздец как плохо. Так, я здесь. Да, я уже понял, что пешком не успею. Опять же, забыл про машину, вот и все. Так что, все. Так, куда мне идти? Так, блять, я же забыл, где выход.
логично, и раз игра, раз в игре машина есть, то дополнение добавили машин, то, то разработчики сейчас будут юзать машину по полной в миссии. Я говорю, я сейчас... Опять же, кстати, сюжетная миссия весьма прикольно сделана. То есть такого раньше не было в Dying Light. Вроде бы ничего необычного, но прикольная музыка, прикольная постановка. Опа, а что это у меня там пиздец как поломано? Надо где-нибудь чинить. Прикольно, звук отмычки заглушенный стал, потому что под водой действие происходит. Стоп, я подумал, ее затопляет. В смысле, концовку прошел. Я просто не понял, что за выбрал и крат. Йо, блядь. Или тут выбор, типа, имеешь в виду какой-то есть. Тогда не надо спойлерить. Place was already flooded, so now what? We just wait? Спойлеры портят впечатление об игре. То есть, если я что-то узнаю заранее, это дополнение, то это будет не так приятно. Ну, то есть, как открытие, потому что... А иначе у меня будет, типа, нихуя себе, ну, в таком стиле. А, вот кто пробывает, окей. Ну, типа... В плане сюжета... Я очень впечатлительный. Поехали. Не, ну обычно, если прям проблемы вот такие, то что мне начинает спойлерить, то я могу вот, ну, например, когда Heavy Rain проходил, я много лет Heavy Rain себе не спойлерил. Вот все вот эти годы я Heavy Rain себе не спойлерил. Я просто на трансляции Heavy Rain вообще чат не читал. То есть чат как бы сам с собой общался, а я проходил Heavy Rain, потому что... Я знаю, что кто-нибудь захочет зайти и сразу сказать, кто такой Оригами Киллер и все дела. Я вообще стримы устраиваю только, ну опять же, только то, что хочу проходить и... Сейчас... Только то, что хочу проходить, и только потому, что хочется. Не с целью
какого-то заработка, либо, не знаю, чего-либо еще просто. Если я все равно собираюсь поиграть в игру, то почему бы ее не застримить, не поделиться эмоциями? А уж нужны эти эмоции кому-то или нет, мне как-то глубоко плевать на самом-то деле. У меня сколько стримов было, где вообще людей нету, и это нормально. Что поделать? Я люблю играть в непопулярные вещи. Опа, нифига. Ой, бля, тут все очень плохо, я бы сюда не ногой нахер. Да, и этот... Подожди. Это ж торгаш, нет? Нет, это не торгаш. Thank you, Kyle. I guess one man with a death wish can be a great help to those who just want to live in peace. I don't have a death wish. I just can't stand bullies. Да, я знаю, конечно. Все, что попадает в интернет, все становится вообще, ну, общедоступно. Try talking with my father now. I bet his tune will change. Тут просто дело касается спойлеров. No. Thank you. Потому что я надеюсь на понимание людей. Ну, я вообще не понимаю сути спойлеров. То есть, как, иногда очень хочется что-то обсудить. Например, там концовку, либо сюжетную подробность. Но, опять же, если... Ну, короче, сейчас поясню. Вот каждый человек, вот, например, ты проходишь игру, и ты удивляешься сюжету, например, или... ну, ты просто видишь события, ты имеешь в виду полный спектр эмоций по отношению к игре. Но если ты кому-то спойлеришь, ты портишь эти самые эмоции, и, следовательно, человек уже так сильно не впечатлится, как ты сам. И все. И все. Человек не впечатлится, и уже... Он... Сейчас, секунду. А где... А, вот серпус, я вижу. Короче, ты просто-напросто испортишь впечатление человеку. Так, купить. Смазку куплю. Смазка это... Предмет номер один, первой надобности. Спросите у Коля. Так, болты купить все. А, подожди, болты, это имеется в виду арбалетные, бля. Я-то думал болты, типа, к машине. Что это такое? А, че? Не понял. Призвать машину, типа... Сейчас, ну-ка. Ладно, пойдем. You don't even know what you just did for us. Сейчас. Our wells have been polluted for the last month. Либо на YouTube выкладывать, но опять же. У меня пока что получалось. Мне очень редко что-то спойлеры. So, any chance you'll answer my question now about that medicine? Follow me, please. Самый жуткий спойлер, который я словил по игре, который мне действительно прям испортил впечатление и... Сейчас, секундочку. Почему-то опять плохо заряжается. Короче, спойлер, который действительно мне испортил впечатление об игре и... стал одним из таких пунктов, из-за которых я ее забросил, это была Persona 3. Потому что мне в Persona 3 проспойлерили, что главный герой умрет в конце, и там еще одну деталь... И я вот это вот, к сожалению, прочел. Обычно я, ну, успеваю, а так, ну, не успел, потому что там буквально было написано «ГГ умрет», и там еще какое-то что-то было написано. И это моментально прочитал, и это, во-первых, мне испортило впечатление. Я того человека забанил. А во-вторых, мало того, что и так в игре были проблемы, она заставляла фармить, что я не люблю фармить. Особенно в JRPG, где однообразная боевка, и тебе говорят «ты фарми, дружок». Ну и вот, по итогу я игру забросил. Потому что она оказалась очень долгой, и я просто устал ее фармить. И опять же, и сюжетный поворот уже знал. Ron, we're running out of Antizin. I'm looking for anything that could save my friends. If you have anything... Yes, stranger, we do. We have our faith and our prayers to the mother. Faith? Ну да, я его забанил навсегда. I mean no disrespect, but... Ну а зачем мне человек, который просто взял мне, проспойлерил важную деталь сюжета? That's your problem. You lack faith, just like the other outsiders. We believe in the mother, and she protects us. We have no need of Antizin, or whatever you said. Okay, well,
Is there any way I could maybe speak with this mother? She is sacred. Понимаешь? She speaks only with those known. Человек, который не случайно, а специально говорит самые важные вещи, специально, чтобы испортить впечатление. Он уже говорит своим поступком абсолютно все. То есть, если вы знаете такого человека, который вам что-нибудь взял про спойлер специально, на зло, то вы все понимаете, вы должны сразу понять, что это за человек. Нормальный человек таким заниматься не будет. Вообще, нормальный человек сначала спросит, а ты знаешь, ты проходил или ты смотрел, а уже потом будет говорить. Это важно, вот это вот уровень доверия, или на это можно забыть. Да, вот насчет этого Роме тоже надо говорить. Ну, я ему тоже говорил, у меня по мелочам что-то спойлерил. Но я ему говорю, типа, Рома, блядь, не смей. Ну, Рома как? Рома вроде бы не специально спойлерит, но вот все-таки... Я перед Ромой извиняюсь, но ума не хватает, видимо, задуматься, что ты, ну, говоришь информацию, которая человеку может быть интересна именно непосредственно в самом проекте. Так, а где ночлежка-то? Я как-то не хочу ходить к гнезду прыгунов ночью. Может, что по вещам новое? Да, что-то появилось. Да не пересмотрит он стрим, ты чё? Он не пересмотрит. Так вот, уровень доверия — это прям очень важно? Это нужно для сюжета или нет? Ладно, надо все равно заценить здесь побочки, чтобы... За машиной, точно, я же не могу ее вызвать. Надо посмотреть побочки, вдруг они здесь лучше, чем в оригинальной игре. Ну, я надеюсь, то, что ты, если это и смотрел, то ты как-то смотрел это на заднем фоне, делаешь что-то. Я обычно так и смотрю. Я включаю, например, какой-нибудь ролик, и в это время что-нибудь делаю. I'm fine, don't worry, but listen, your patient was right. There's this group here, and all of its members seem to be immune to the virus. Бля, сейчас зомби мне рожу откусит. А, блядь! Shaman type called the mother. Only communicates through her priests. Try to get in touch with them, but these people don't trust outsiders. Ебитесь, блядь. Да господи, блядь. Почему я стрелять не мог?
заебали, мрази, блядь. Ненавижу. По сиськам, блядь. Все? С тебя хватит? Ладно. Сейчас, секундочку. Важно? Жаль. Ладно, буду тебя по бочке выполнять. Шо поделать. Так, бензин. Пусто, отлично. Смазка, выполнили. Взорвется, не взорвется. Не сегодня. Мисс, не надо, блядь. Не кусайтесь, блядь. Хера, что там за сальтухи вытворяют? Погодь, да погодь, учи. Она еще и дерется кувалдами. Посмотри на них. Да что ж все в машинах пусто-то? Все, машины осмотрел, теперь можно валить отсюда. Да ладно, я еще и подгорел. Заправку. Ну да, логично, что на заправках всегда должно быть топливо, точно. Я вот удивлен, по Dying Light ведь действительно можно было бы сделать интересный фильм. Хотя я не знаю, насколько сейчас котирую. Что такое? Почему отсоединение? Ну типа, интернет теряется на телефоне. Так вот, согласитесь, я не знаю, как сейчас паркур котируется, не котируется в массовой аудитории. Но все равно, типа, паркур, зомби. Это всяко лучше, чем делать фильм по Assassin's Creed. Но его же сделали. Так, вот, заправить. Я так предчувствую, здесь бензак куда полезнее, чем... Куда нужнее, чем в этом, чем в Mad Max. В игре Mad Max там вообще я практически никогда не заправлялся. Там просто не кончается бензин. Там еще есть дебильная... Подожди, а может я ошибаюсь? Не, не ошибаюсь. Там еще есть дебильная прокачка на этот, как его... На то, чтобы бензин медленнее тратился, но... Это куда там надо ехать, чтобы... Ну, бензин не тратить, я даже не знаю... Бензина всегда до хера. Ой, не так много. Ну так пол бака, ну а потом ты просто заезжаешь в город, у тебя это... У тебя все восстанавливается. В чем проблема-то? Ага.
Состояние вижу. Персонализация. Так, устанавливать аксессуары, окраски. Окей. Угу. Так, а починить все их можно. А сколько у меня болтов? А где болты-то вообще видно? Подожди, в смысле осталось ремонтов? Это то есть, это прям как с оружием? А, 14 болтов. Окей. Поэтому, Коля, я тебя и называю больным. Потому что ты не делал того, что предусмотрено игрой. Так, не, лучше поближе подъеду. Не знаю, я все... Вот, игра предлагает быстрое перемещение. Спасибо. Просто экономит время. Я помню, кто там Бэксили Руфа проходил Скарим без быстрого перемещения. Вот это я, блин. Не, я готов пройти. Вот честно, я опять же говорю, я не за деньги это все делаю, но если нужны какие-то челленджи, то, блин, типа Скарим без передвижения, ну, без быстрого перемещения, да запросто, блядь. Но страдать за просто так я реально не собираюсь в этой жизни. В этой жизни и так много дерьма, знаете, которое заставляет страдать. Пойдем в логово. Болты в интернете. Это, видимо, слишком сейчас мощная шутка для моего... Кстати, да, про мой спящий рассудок надо. Надо чай пить, пока он теплый. Блин, может кофе мне прикупить завтра? Обычно от кофе мне вообще крышу сносит. Я становлюсь как маленький ребенок, который, знаете, сладкого объелся. Бля, а вы что, не потонете здесь? Лужа слишком маленькая. Окей. Подожди, а чё они такие серые-то все? У них и одежда серая, то есть это странно. Hey, I found a corpse. I think it's one of your people. We appreciate you letting us know. Thank you. Ну и такая тютелька, блядь, прибавилась. 184. О. То есть... Скорострельность 30, 60. Слушай, так это получается пистолет получше моего был. Конечно, он нашел место, где, блядь, это переночевать. Так, таких додиков, блядь, земля еще не видела. Стоп. А почему так мало патронов на пистолете? Кровосися, выходи. Вау, вот это действительно что-то новое и интересное. Нет, спасибо, я, блядь.
Из меня такой прыгун, что я лучше на драконе. Чего, блядь? Это их так много? Подожди, уничтожьте гнездо. То есть вручную перестрелять, блядь? Я что-то подумал, что там взорвать, типа того. Ебать, это на что я подписался-то, блядь? Пизда. Не надо, дядя, не надо. Погоди. Ой, блядь. Тихо. Если, блядь, они сюда прыгают, то он точно тоже прыгнет. Пошел вниз, блядь. Окей. Это мне очень напоминает фильм. Отличный, кстати, фильм. «Спуск» называется. Но мне кажется, его уже все смотрели. Все любители хорроров его должны были посмотреть. Что за... Он спит так? Пиздец, а что вообще здесь происходит, блядь? Вот это мне так нравится, так интригует. Подожди, это они так рождаются или что? Почему он в говне, блядь? Что это вообще такое? А ты откуда взялся, мразь, блядь? Быстрее, хилься, сука. Ух, блядь. Реально, вот, блядь, говорю, вот на все похуй, но вот эта хуйня, которая не спамит, блядь, своими прыжками, блядь, она просто, сука, бесит. Да ебаный в рот, блядь, прыгай нахуй, сука, недолет. Бегом, бегом, бегом. Блять. Сдохни нахуй. Давай, блядь, тварь. Что за хуйня, блядь? Какого хера, блядь? Они здесь что, рождаются прям? Погоди. В смысле, блядь? Уничтожьте гнездо. Не понял, блядь. В смысле погоня отстала? Как? Мне их надо всех перебить или чё, блядь? Что я должен сделать? Блядь, погоди. Что-то я не понял, блядь. Пошел нахуй. В лужу, блядь. Что-то я, блядь, реально не пойму ни хера. Сука.
взять, ну... Фух, сука. Бежим, блядь. Это тупик, да? Это тупик. Понял, наверное, надо всех рождающихся убивать, и тогда засчитает. А эти, наверное, спамятся бесконечно. Мразоты, блядь. Это крайне интересно, это... То есть, это уже не то, что я думал, то, что обычные люди превращаются как-то, ну... Что вообще там происходило? Они в каком-то говне находились. А, это личинка называется. Ну, спасибо за подсказку. Я надеюсь, это все объяснят. Ну, блядь, реально интересно. Я думал, тут этот вирус попроще какой-то. А здесь уже... Это дичь какая-то. Бля, нихера себе. Игра, конечно, охуела. Реально, помогайте местным. То есть вот так, да? Ну, то есть, грубо говоря, чтобы дальше продвинуться по сюжету, надо выполнять побочки. Я такое не люблю. То есть, игра не дает проходить сюжетный режим. Типа, сначала нужно обязательно репутацию набить. Ну, такое себе. Стоп, что? Ну, что там сигналит еще на этой вышке? Я же здесь был, нет? И чё? Просто сейчас она как-то это... На карте так, такой знак был, будто бы мне сюда надо. Тут нихера нет. Не, битва прикольная, конечно. Да ты сука, мразь, блядь. Ой, ебать, что? А, я по кислоте проехался, понял. Что там внутри? Блять! Что там внутри такое? Херота. Я думал, тут какой-то лут есть. А, ну-ка. Подожди, ты имеешь что? Вот это вот является. Это просто написано сложный сюжетный режим. А... Ну, вот. Чужак в стране чужой. Помогайте местным. Все. То есть, типа нет, как я понял, надо проходить. Ой-о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 й
Блять.
наш зомби растет уровень увлажнения. Логично. Поэтому я говорю, я-то себе не ставлю. Ну, я не ставлю себе цели. Не ставлю себе цели прокачаться, там, побочки все выполнить. Не, 100% прохождение, не, не в этой игре. Она хороша, но сейчас слишком много всего у меня есть в планах, чтобы убиваться по поводу этой игры. Бля, что я вообще качаю? Нахер это мне надо? Взрыв. Тоже хрень какая-то. Ах, бля, таланты такие себе, на мой взгляд, на силу. Так, а чё? Так, машина рынкер. Нихера он мне чуть ли не под машину залез. $50, да. То, что я люблю. Че я, блядь, там решил его смотреть? Подошел сзади, блядь. Бардачок проверь. Ой, не бардачок, а багажник. Совсем, блядь, с ума сошел. Ох ты ж. Только сейчас обратил внимание, так тут есть и нормальные города. Ну, как? Поселение. Я все про Кью забываю. На каждом 20, ну, через каждые 20 метров, блядь, машина стоит. Под землей, типа. Ну, значки внизу. Ох, как красиво.
все, двинули на миссию. Это я сейчас. Я уже устал, блядь, каждую машину смотреть. Подожди, стоп. Да? Не сюда, не сюда. Я проехал мимо. Походу. А, нет, все-таки вниз. Ай, блядь, похер. Своими ногами, блядь, дойду. Ай, блядь. Что ж такое-то, а? Так, что это такое? Что это за знак? Колодец? Ой, блядь. Реально колодец. Разберитесь с загадочными звуками в парке. В смысле, быстро ломай или что? Как понять, взломщик? Я уже на самом деле устал ломать все. Это... Лучше бы они сделали талант. Я бы его прокачал, да. Чтобы все автоматом взломалось. Но не говорите, что... А, ночью, блядь, да? Или нет? Или все-таки из колодца, наверное, звучит. Все-таки сюда. Ну, была, блядь, сука! О, жив, ебать. Я думал за... Ладно. Да, не надо, не надо. Тише, 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 тише. Это вроде третий ребенок, да? Или четвертый, которого я вижу в игре? Интересно. Прикольно. Ну, прикольно я имею в виду то, что, ну, такие вот, вот такие побочки я люблю. Но они, видишь, они сделаны не просто как побочки, их надо обязательно выполнять, а значит, это своего рода обязательные квесты, которые называются побочками. И тут прямо а-ля Ведьмак, какое-то такое мини-расследование. В прошлой побочке я увидел, как рождаются эти прыгуны. Маму их ебал. Ой, бля, кажись, это было... Кажись, это, блядь, было зря. Возможно, там снизу еще что-то было. Все. Ну-ка, сейчас обратно смотаюсь, хочу осмотреться. Точно ли там все? Бля, вот если бы те прыгуны, они, вот, ну да, прыгуны, сейчас хотел сказать, если бы прыгуны не напрыгивали, не, ну по сути да, вот если бы они так не напрыгивали, что хватает тебя и все, и тебя все окружающие пиздят, то они не были бы настолько опасными. Так-то, ну бегают они это, а, точно, прав, Q, точно, точно. А так они бы не были такими опасными. Ну бьют тебя и бьют, ну бегают и бегают, плюются чем-то и плюются, ну и хер с ним. Это, наверное, вот на харде действительно могут быть опасными. Кстати, да, пройду игру, надо будет хоть побегать за этого, за чудовищ. За прыгуна. Посмотреть, что это себе представляет. Как они сюда все это протащили? А, ну это... Понял. Ну
ну неплохо они так устроились на самом деле, но однако, как по мне, заебешься так плавать. Типа, за едой сходить надо проплыть. Ну, короче, такое себе место. Ой-йоу. Да-да, опять же, я напомню про весь этот незаслуженный, ну, про уровень хейта киберпанка, которого прям хейтят за все, что только можно, и про то, что Dying Light 5 лет, а в нем встречается вот такая вот залупа. Ну что? Что я поражаюсь? Ладно, киберпанк там за плохую оптимизацию, за... Ну, за некоторые геймплейные шероховатости журят. Но когда вот говорят про вот эти вот текстуры, то, что я на ютубе находил, типа, то, что там провалы в текстурах. Ну, и я вот проходил игру и тоже такое видел. Когда вот за эту игру прям жестко чмырят, ну, я хз. Стоп, подожди, чё? Подожди, не понял тебя. Назад идти дальше. В смысле? Я что, назад возвращаюсь? Блять, ты не пугай меня. Я что, назад возвращаюсь все это время? Блять, серьезно? В смысле, а как, когда я успел завернуть назад? Блять. Ты серьезно, я. Пиздец, я заговорился. Зачистить, используя ракеты, которые... А подожди, а что это за ракеты? Сейчас. Я потом проверю, что это за ракеты. А-а-а, окей. Я, видимо... Я говорю, блядь, мне голова вообще не работает. Странно, я... Ладно. А как так получилось? Ты точно не путаешь. Погоди. Так нет же. Нет. Ты, наверное, путаешь. Вот здесь были зомби. Я еще сказал, я же оттуда был. То есть я еще тут там проходил и сказал, что типа не заебались ли они сюда все это тащить, тут были зомби, и вот я правильно прошел, да? Присел сюда, вот сказать, все правильно, ты меня запутал. Все. А я уж подумал, нихуя себе, типа, у меня крышак поехал. И, ну, я говорю, у меня мозги не соображают. Если бы сейчас мозги бы соображали, то я бы сказал бы, что я правильно плыву. Что это такое? А, не понял. А, это фонарик, понял. Да-да, сейчас вернусь обратно. Да, ничего страшного. Сейчас, подожди. Ты мне сказал про... Так.
Так, ультрафиолетовые ракеты, да? Сейчас, секундочку, хочу посмотреть. Так это же обычная ракета, нет? У меня, наверное, нет ее. Ракета Саида? Подожди, а обычная ракета не то же самое? Сейчас. А, да, то же самое, неплохо. Окей. Там даже в описании просто не стоит, что это ультрафиолетовые. Написано просто ракеты. Я подумал, ну типа освещать местность. Ну окей, спасибо за подсказку тебе большое. Сейчас выручу, будет проще. Я вообще даже забыл про то, что можно ультрафиолетом в них светить. Крыша едет не спеша. Эй, listen, please. Не хочу. О, Christ. Shit, okay, I'm listening. There, in there, that's my child. Don't let him die of hunger. Don't let him suffer. Это ребенок, который зомби, что ли, уже? А. А его убил-то не монстр, его убил человек. Стальной болт в пузе. Какой-то местный Дэрил, наверное, подстрелил. Да-да-да, я буду пользоваться ракетами Саида, просто сейчас я решил проверить обычные ракеты, то же самое или нет. Чем пиздим? Nice crossbow. You boys hunting something? Yeah, a goddamn monster that's been stealing our food. I shot it, but it ran and hid in this cave. Did you not see it in there? Probably for the best, since it was wounded and all. Че, он даже не скажет, типа вы охуели, мрази, вы человека убили. Вы убили человека и в отместку, короче, зарубить их самих. Что это там такое? Понятно. Подожди, а машину я вызвать не могу, да? А город, интересно, заселен или нет? Так, сейчас. Это где? Это в городе, по всей видимости. Или нет? Ну, короче, сейчас поеду обратно, найду его. Так.
Вон, Коля, если у тебя есть лишние деньги, ты думаешь, что ты что прикупить, ты бы лучше Xbox Game Pass купил бы. Скидок на него, правда, не появилось, но суть в том, что там много кооперативов есть. Forza Horizon бы покатали. Сейчас. Это прыгунов можно убивать водой, слышишь? Да? Прикольно. Спасибо за пацан. Они у меня до этого тоже падали. Они там что-то подбегали и все начали падать вниз. Ну а теперь я знаю еще лучший способ. Отличная подсказка. Так, сейчас, секундочку, мне надо это, мне надо чай выгулить. Сейчас приду. Так, я тут чай выгулил. Могу продолжать. Так, с учетом по времени 13, да? Но я сейчас еще примерно часик и пойду. Пойду готовить. У меня уже почти курица разморозилась. Так. Ок. Блин. До сих пор даже не пользовался ими. Так, вот это пистолет. Угу. Он же, наверное, прикольный будет в том плане, что... Так, он синий, может купить его? А почему бы и нет, денег миллиард. Так, ну-ка, хоть попользуюсь. Так, заменю-ка пистолет, пожалуй. Сейчас еще заодно чертеж. Может быть, у меня есть чертеж. Бля, где арбалеты-то? Где арбалеты? Я ни один не нашел. Понятно. Так, сейчас... Так, как стрелы менять? А, понял. Это электрические, это огненные. Даже скорее взрывные. Не, подожди, вот это взрывные. Это обычные. Класс. Ну-ка. Это на каком он расстоянии, блядь, стреляет? Что это такое, блядь? Понял, блядь. Это что? Я даже в голову не попал. Что за хер это? Во. Ну, блин, не, на самом деле полезно. О, еще и стрелы поднимать можно. Вообще класс. Нормально, нормально. Слушай, надо было раньше пользоваться им. Так. Так.
Где вход в эту, извиняюсь, за уху? Вот. Я, кстати, в оригинале так кофе не отдал на миссии. Меня попросили кофе принести, а я сказал нет. Ежедневно. Ёб твою мать. Что за бодняга? Ебать, это типа. Подожди, это чё? Это типа помощь людям? Ебать, это что такое, блядь? Или это просто типа. А, не, это достижалки, окей, понял. Понял. Окей. Окей. Ну, типа, как, испытание сделал, получил награду. Хорошо, обустроились. Да кто у вас тут главный-то, а? А, понял. Дверь не заметил. Окей. Как обычно. Excuse me, you the owner here? Oh no. Hey, Nori, it's all right, buddy. Here you go. I'm Bilal. That's Nori, my brother. Kyle Crane. Pleasure to. Sorry. So, what can I do for you, Kyle? Well, I heard the locals might need a hand with a few things. Oh yeah, Jazir told me you'd come. I heard all about you. Listen, I'm just trying to help the people back in the city. Hey, helping the infected? You don't have to explain that to me. I get it. My bro got bitten about 2 months ago. Wait, 2 months? And he hasn't turned? I couldn't believe it either, but hey, there he is, still in working order, unlike this wreck. Just take a look at the board over there. Jazir ain't lying. We could use plenty of help. And man, I'm envious of your ride. It's the only working vehicle I've seen for a while. Tell you what, if you bring it back here and let me look inside from time to time, I'll give it some tuning up, make it even sweeter. If you want to be helpful in the long run, take good care of it. I'm not exactly a mechanic. Here's what you do. It'll be a long drive. But I bet my left hand it'll be worth it. There's a Silas truck stranded on a highway. We'll give it a once over, and if you find any useful parts, bring them to me. Ты про это? Спасибо, я только сейчас понял, что это она на картинке. Так, это испытание, да? Пропал человек. Автозаправка. Понятно. Тут на самом деле все, что стоит знать, это. Вот это мне нравится, когда ты берешь задание, он сразу выбирается. Да не, Коля, я просто как-то не всматривался в это. Ну, я даже не думал, что она какая-то звезда. Потому что дралась она как лох, блядь.
Чемпион, местный чемпион UFC, дровась как лошара. Well, what's the deal with this racing stuff? I've seen some weird posters. Oh man, I miss a good engine's roar more than running water these days. I was a champion once, you know, 5 times back to back. Вы все тут, блядь, чемпионы, я смотрю. Hey, you just gave me a brilliant idea. Listen, I'm going fucking insane in this place. Everyone's depressed. Нет, не пора, блядь, надо выживать. Let's have fun for once, huh? What do you mean? Let's set some engines on fire, man. I have it all figured out. You'll be the next champion. Well, guess a little distraction would be welcome. Right. So, remember to fuel and repair your ride, and then just drive to the beach outside town. And give me a sign when you're near the pizza place, okay? Че? Поставить мину X3? Это что интересное, что-то новое. Бля, ну конечно мы будем болты по одному брать. Fuck, power must be offline. We're working on the problem. You wanna help us out with it? Как мне принять задание? А, окей. So what do I have to do? First off, get this fuse to Ali at the plant. He can't do shit without it. Once you get the fuse to him, we'll get the power back. If he can keep from electrocuting himself, I mean. Guy thinks safety precautions are for pussies. I did see a guy trying to dig a broken light bulb out of the socket with a steel screwdriver while the power was on. Yup, sounds like Ali. He means well anyway. So, listen friend, 2 things need to happen. One, like I said, get him this fuse. 2, we need a working insulator. Or the fuse blows as soon as he flips the switch. He says the old ones will hold, but fuck me if I believe him. Так, это где? Так, а там, кстати, что-то... Please come here as fast as you can. It's important. Ой, что я сделал? Я сделал какую-то хуйню. А, вот у меня раскраски, да. Коля, интересно, в каком-то смысле имеешь, что пизды не дала? Это как Джонни Сильверхенд, когда говорил, что нам здесь дадут пизды, причем в плохом смысле. Вот примерно то же самое. Лучше бы она в хорошем смысле дала. Это хули, блядь, от нее толку нет, блядь, по сюжету. Нихуя не делала всю игру, потом взбесилась и умерла, блядь, у них все пизды. Просто отличная, блядь, идея. Погоди, чё, блядь? Окей. Да.
Секундочку, я могу как-то? Что-то я не знаю. Блять! Фу! Чуть-чуть это, чуть не улетел. Так. И как дальше? Как дальше быть? Я не вижу, за что здесь цепляться-то. Разве что так. Изолятор. На краю, может быть? Вот это он. Что-то у меня с трансляцией какие-то траблы. А, еще ниже есть, вон ниже. Странная починка, я думал, он должен был что-то вставить вместо этого. Блять, чуть не разбился. А, все, блять. Ну я, конечно, блять, генитальный реально человек. Логично же, что я их сбил, и тебе надо просто подобрать. Все, окей. Ну что, одного хватит, что ли? Ладно. Так, погоди. Даже, сука, как так-то, блядь? Я запрыгнул на что-то, блядь, и даже не шевелился, то есть, ну, чтобы не упасть. И все равно, блядь, упал. Сука. Где я теперь, блядь? А, недалеко, ну ладно. Бля, можно было просто так сделать, окей. Oh, shit, sorry. I didn't think there was anybody in here. I'll bet you didn't, thieving little some bitch. Hey, well, relax. It's not like that. I was just looking for some parts to fix up my ride. I wasn't gonna steal anything. Чё, купить можно? If it's parts you want, it's parts you can damn well buy. Jacob Graves is the name. Kyle Crane. Good to meet you, Kyle Crane. Now listen here. These parts is mine. You want some? I'll sell you some. But ain't nothing for free. Alright, understood.
Да, пускай все отдают. Я не знаю, нужно, не нужно. Какая нахер разница? Это... Шинима хуйня у тебя, однако, подается, чувак. О, зато здесь можно, наверное, поспать. Призвать машину. Чего-чего? Что купить, блядь? Пиздохли машину, блядь. Нихера они бегуны, блядь. Ты, блядь, не отстают, пиздец. Секундочку. Бля, опять сцепление проебал. Так, а как там чинить-то? Что-то не понял. Или оно все, оно уже поломано. Как тогда его убрать? А, вот, починить. Все, вижу. Да-да, это я понял. Нет, я потом поменял деталь. Но поломал ее, ну, зомби опять ее поломали. Уже другую деталь. Привет. Долбали, блядь. Самые мерзкие мерзоты в этой игре. Я сразу понял, что эти мрази будут мне накалять до конца игры. Нарушители спокойствия. Да, да, я вчера закончил. Вчера успел закончить и кампанию, и Resident Evil за Леонов допрошел. Вот начал The Following. Ну, пока что The Following устраивает, но... Конечно, мир игры, я бы не сказал бы, что стал прям интересный. Но... Что-то новое появилось, квесты пока неплохие идут. Но до сих пор хоть убейте, я не понимаю, как в этой игре можно проводить сотни часов. Ну, серьезно. Может быть, реально за счет кооперативных вот режимов все держится. Хрен его знает. Может быть. Да, я не то чтобы атмосферу ловлю. Я сейчас трансляцию буду заканчивать. Через полчасика.
Я хочу, ну, как я хочу. Мне надо пойти приготовить поесть. Я бы в кооперативе, знаешь, что бы сделал? Какие-нибудь доп. Режимы, типа вот это вот тюрьма, вот это вот. Я потом вернусь, Коля. Но не знаю, когда и во сколько. Пока приготовлю, пока туда-сюда. Вот я бы сюжетную кампанию попроходил бы один, а вот доп. Режимы уже можно было бы попробовать. Ну или, например, чтобы... Ну как доп. Режимы? Что тут есть дополнительного? Какие кооперативные режимы? Ну вот, вот у меня нету DLC, вот у меня игра и... Бля. У меня игра и этот... The Following, все, я больше ничего не покупал. Потому что я хотел только на истории сконцентрироваться. Да, да, добрый день тебе, если... Че? Понял. Если только-только проснулся. Что ж такое? Что-то я... Что-то я не догнал. Там, блин. Блядь, а как так-то? Так подожди, а почему она не активная? Я не понял. Что-то снизу должен еще сделать. Походу, да. Блядь. Я нажимаю прыжок, Е, и все на свете жму, и нихера не помогает. Так. Что-то я реально не понимаю, что от меня требуется, чтобы активировать дом. Снизу что-то еще? Или я пролетел уже мимо? Не, сюжетное здание это да, я хочу вот эту вот зону активировать. А свет вот врубить я не пойму где. Я наверху что-то вставил, впендюриваю. И теперь я просто не наблюдаю, блядь, что где врубить-то. Здесь? Нет, здесь я все уже включил. Ну ты вот просто не в курсе, я... Я не выспался вообще нахер. И у меня голова не работает от слова совсем. Сейчас, секунду. Стоп, так это что, это я сюжетное задание что ли делаю? Я думал то, что я это типа... Ебать. Я-то думал, что я делаю это для себя. Понял. Значит, я типа свет здесь сейчас не включу, пока не схожу к нему, да? А, понятно, окей. Ну, я понял уже, да. Что не открою, пока не съезжу. Окей. Жаль, жаль. Мистер Зомби. До свидания. Ой, блядь. Живы. Так. Мне...
Вот сюда я. Вау, нихуя себе он шпарит, блядь, прям как я еду. Это что за скорость, блядь, у него? Какие твари поставили эти шипы там? Блять. Я их увидел в последний... Ну как, увидел их в последний момент и не успел уже влево сдать. Это откуда сейчас вылетело? Блять. Бля, нормально они там облюбовали мой транспорт. Ладно, я побегу, блять, на своих двоих хули делать. Тут вроде уже недалеко осталось. Нахуй, блять, купаться вы, блять, прям как эти. О, блять, это какой-то особый подвид, блять. Они какие-то серо-зеленые, блять, сука. Как это, блять, работает? Ладно, надо смириться с тем, что, блять, эта игра в реализм вообще нихуя. Сука, вода, блять, глушит всю эту хуйню. Я буквально вчера вроде объяснял, что, блять, вода даже пули, блять, останавливает, блять, на расстоянии метра. То есть пуля пролетает метр, а потом ее, ну, гасит все. Все гасится, блять, и все нахуй. Можете на досуге проверить, блять. Но зато они съебались отсюда, ну, хоть что-то радует. Сука, сука, залупа, блять. Бегают со... Смотри, блядь, они тут реально какие-то дикие, блядь. Бегают со скоростью транспорта, блядь, плюются. Сука. Им бы, блядь, полицейскими в GTA устроиться, блядь. Или в Most Wanted, блядь. Ох, сука, хуя делаешься, блядь. Ты гандон ебаный, блядь, это валет моей машины. Мразота редкостная, блядь. Вали, блядь, козлов нахуй. А, это, блядь, это, я думал, это военные, блядь. А это, сука, такие же зомби, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь, куда я нахуй влез? Ух. Блядь, нашли опять. Ай, блядь, недолет. Стоп, мне же говорили. Все, нахуй, отъебались все. О, бензин. Блядь. Какой трэш, блядь. Такой трэш. Я не могу поспать, потому что мне вечером на работу, я хочу на работе поспать. Как бы. Сейчас пока праздники, у меня есть хороший шанс на работе отсыпаться. Понемногу. Я не хочу этот шанс упускать. Сейчас, секундочку, дайте прочитаю. Так, а... 20 км в час, нахуя себе.
Не, не охранником. Кочегаром топлю, топлю по производству. Well, if it isn't Kyle Crane, great to see you. А, ты про игру? Я, блядь, думал, типа, иди поспи. Мне именно. Great, I need to ask him something. Я все сказал, у меня это... Голова не работает, видишь, это не понимаешь. Окей, окей, I won't bother him, but... I do have something for you. Bilal sends his best. That bastard. So that's it? You gonna get the power running? Need anything else? Actually, yes. Since you offered, when this ancient piece of shit broke down, the main transfer switch must have thrown. It'll need resetting. Where is it? Inside the dam. And I'm pretty much done here, so... Well, the faster you get to it, the better. Mother is good. Mother is life. Mother will help us. Это здесь же. Ну, он как раз светает, они уже пропали. Уже все норм. Ну здесь они прям, хоть, блин, да что такое, почему у меня Wi-Fi пропадает? Здесь хоть это и сказали, что это обычные, а не медленные, но я бы не сказал бы, что это, что ж, 120 км в час это медленно. Опасные мрази. И мне нравится, что вот, ну, действительно опасность есть. Ну, какое-то более уплотненное, нет? Simple. Я не помню, я с него броню вообще сбиваю или нет? Сильно сомневаюсь. Да, сбивается потихоньку. Ну-ка сейчас. Где там она? Вот. Хорошо, теперь мы сюда вставляем вот эту шляпу, вот эту шляпу. Не особо он это на нее клюет. А все? Нет. Блять, тиран-то недоделанный, блять, отъебись от меня. Ой-ой-ой. Какой опасный, блядь. Блять, посмотри, какой он крепкий-то, а? Все. Че, все? Окей. Хороший, наверное, был полицейский. Помните, мы говорили про то, что типа это другое, это вирус другое, это не как в Resident Evil, бла-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 бла, да? Смотрите, прикол вам сказать. Окей, окей.
А поясните мне, с какого хера у него штаны такие, блядь, как у Халка? То есть, блядь, оно бы не смогло настолько растянуться, блядь. Ладно, еще рукава типа порваны, окей, но штаны-то, блядь. Ну вы, блядь, представьте, вот даже если вы... Да, ткань хорошая растет. Настолько, блядь, да? Такого, блядь, быть не может. Ты посмотри, блядь, это... Это охранник должен был, знаешь, весом 150 килограмм быть, блядь. У него жопа должна была быть огромной. Сам он должен был метра два роста. Это даже не 150 килограмм, блядь, больше. Ой, блядь. Так, тихо. Опять в меня говной клюют, блядь. Вот все как в жизни, блядь. Блять, все-таки попал у меня. Ебать он стреляет это очередью. А почему оно сейчас сразу взорвалось? Ладно. Сейчас, секунду. Так поспи, Коля. Почему ты-то не можешь поспать? Нет, не находил. Мне сказали, что можно вернуться назад, получить его пистолет. Я решил забить на него. Ну, типа, на кой хер? Я вас умоляю. На кой хер мне этот пистолет нужен? Не, то есть... Если бы я ставил себе целью... Секунду, я что, пропустил главный рубильник или нет? Так вот, если бы я себе ставил бы... Слушай, мне кажется, я пропустил главный рубильник. Сейчас, секундочку. Наверное, надо вернуться. Если бы я к этой игре погоди, еще выше? Вот где-то здесь. Бля, отлично, только я так умею. Вот. Али, I'm inside. Throw the switch now. Great. But it didn't work, man. Try to find the main transfer switch. It must be somewhere in there. Пистолет парашют, ну ты ладно с ним. Сейчас. Шаман в старом городе, он говорит, принеси мне траву, потом говорит. Но опять же, может это в DLC в каком-то, но я никаких шаманов там не видел. Так. Чё? Вот, я нажимаю как бы на колесико, а он у меня почему-то стрелу теребит. В оригинале? Нет, конечно. Я же сказал, там побочные квесты, но это... блядь, скучные персонажи и побочные квесты такие себе. Вот здесь пока что побочки интереснее реально. Хотя, опять же, с учетом того, что главный квест «Помоги людям», да я бы не сказал бы, что это все как побочки, в общем. Вообще нет, в оригинале я решил забить болт на побочки. Они ничего толком не дают, кроме особых предметов. Никаких новых эмоций. Как отменить? Типа вот я прицелился, как отменить? Может... А, все, понял. Нет, это прицеливание. Так что я решил не загоняться по полочкам.
Так, стоп, а для чего это я сюда пришел? Или я опять что-то пропустил? Блядь, что ж такой невнимательный? Снизу, сейчас. Конечно. Тут все накладывается, то что я читаю чат, то что я болтаю, то что я, блядь, сонный. Все это вместе прям дикая комбинация. А слушай, кто-то, мне кто-то либо рассказывал про это оружие, которое типа стреляет и последний выстрел мощнее. Я и револьверов еще вообще в игре не видел. Да, блять, по канализации точно сюда сразу. Окей. Но мне радует, что я, оказывается, мало контента видел. В том плане, мало контента именно по оружию. Просто другое дело, это все относится к геймплею. Геймплей я бы не сказал бы, что меня прям здесь очень впечатляет. Так, вот это определенно. Потом надо будет падение качать. Крейн, I managed to hide, but the faceless stayed outside, and I don't know what's going on there. It sounds horrible. Что у нас? Тупик. Где-то кого они сожрали? Священника все-таки сожрали, значит не настолько хороши его молитвы, да, оказались? Насчет чего ответит? А, про баг, я вообще без понятия. Okay, I think you're safe now. Jesus, what happened? I don't know. He just said we gotta go now and let me hear. Told me to get inside and lock the door. He's dead now. May the mother bless his soul. Let's go, Ali. You said you needed to finish something out there, right? Yeah, I was almost. Я много времени упустил в первой части. Вот, возможно.
Вторую в будущем прикуплю и буду... И уже там, может быть, игра меня увлечет настолько, чтобы я побочки выполнял. Выполнял всякие вот ивентовые вещи. Так-то, в принципе, ничего удивительного нет, если 250, если игра нравится, и ты наиграл в ней 250 часов за все эти годы, например, то ничего, в принципе, удивительного нет. За 5 лет 250 часов – это небольшое количество времени. Костюм Райса дают? Нифига. This old rusty broken ass equipment. I make you no promises. Right, fair enough. I'll be heading out then. You coming? Nah. This place is safe now, right? I'll just hang out here. Observe for a while. Make sure it doesn't all break down the moment my back is turned. Я вот, например, вообще поражаюсь, сколько всего оказывается в этой игре. Ну, потому что я прохожу одиночку и как бы этого не вижу. Я, опять же, повторюсь. Я, наверное, во многих играх подобные вещи упускаю, потому что ну, я предпочитаю с них идти сразу ну, в следующий проект.
Сейчас вот прохожу Dying Light, иду в следующую игру. Опять же, да, стараюсь брать количеством, а не качеством. А не качеством прохождения. Так бы, ну, я уже говорю, это у меня просто такая логика под названием полезный контент. Так, сейчас сюда схожу. Ладно, на машине доеду. Ох, блин! Сейчас бы ее разбил бы, наверное, в ебеня. Так вот, да, как я говорил, полезный контент. Для меня полезный контент — это именно что сюжет, сюжетные миссии, все самое лучшее, что есть, короче, в игре. Kid, what's going on? Help me, mister! I fell in a hole and my brothers ran away. Where are your parents? They're dead. I'm scared, mister. There's something in here with me. Where are you? I'm in a warehouse. Near the dam. Will you help me? Help me, please. Right, hang on, kid. I'm on my way. Так, чертежи, мне надо отмычки сделать. Отмычки. Сейчас, секунду. Подожди, это за какую пасхалку дадут офигенную пушку? На Ютубе вообще есть ролик со всеми пасхалками? Я лучше вот этот сегмент игры пройду на Ютубе. Это как вот я говорю, есть игры, где, знаете, вот куча концовок, да? И там, например, проходишь, короче, игру, например, не так, как ты хочешь. Ты получил одну концовку раньше, до Ютуба, приходилось перепроходить. Сейчас, на мой взгляд, лучше себя не мучить в таких вещах и просто на Ютубе чекнуть. Но это, опять же, видите, все упирается в ваши вкусы и интересы. Например, вот у меня есть друзья, которые вот говорят, не во что играть. А есть я, который, блядь, 2-3 сотни игр, которые хочется поиграть, и при этом при всем времени на все физически не найти, потому что выходят как бы еще проекты. Блять, не надо, блять, пожалуйста. Не сегодня. Внутрь не войти. Не хочу я сегодня драться с этим здоровяком. Нихера. В смысле, лентяй, Коля? Ну а что я сделаю? Типа, ты мне предлагаешь вот все игры досконально проходить. Но, опять же говорю, тупо каждому свое. Кому-то будет интересно вот как раз смотреть выбивание ачивок и прочее. Мне вот интересно сюжет, атмосфера, постановка. Вот мне в Dying Light это как раз и нравится. Ну, то есть, все неплохо. Я себя чувствую, будто бы в Resident Evil. Не идеально, но на том уровне, на котором мне нравится. А вот Дрочево, ну это совсем... Вот для Дрочево как раз-таки я купил себе Monster Hunter World. Там говорят,
без дрочева где-то часов 70 все проходится. А дальше можно задрачивать хоть еще пару сотен часов. Вот в Monster Hunter World вот, сначала пройду, а потом, может быть, и буду задрачивать там. А вот Dying Quiet, ну это не совсем то. Я многих вот, вот много видов противников я не увижу в этой игре. Ну, то есть, вот смотрите. Сейчас. Если... Ладно, оружие. Вот, я не видел револьвера, я до сих пор арбалет не нашел. Скорее всего, там еще что-то. Какие-то особые пушки. Ну, вот в плане противников, например. В плане вот этого контента. Я много пропущу сюжетных катсцен, диалогов, постановки и видов врагов. Я многое упущу, если не буду... Если не буду, получается, фармить и выполнять ивенты. Новые виды врагов, я говорю, не те, где просто скинчик поменяли зомби там на рождественские, например, а виды врагов, которые действительно иначе себя ведут и, ну, вообще другие. То есть, много есть видов врагов, которых нету в сюжетном режиме. Вот, вот так вот правильнее буду выразиться. Господи, как спать хочу. Сейчас, секунду. Нас ко мне разложить их прилетит НЛО. НЛО прилетит? С двумя петухами и дают пушку. Ха. На самом деле, вот ты говоришь, компьютер не тянет, а я... очень много старья прохожу, хотя, ну, старья, сейчас вот мне инди заинтересовали проекты. Так. Здесь 15 тысяч урона. Да ладно, и, ну, уж собирать камушки. Я очень много старья переиграл. Ну, то есть как? Причем не то старье, как вот обычно люди бегут проходить игры, которые вот они помнят. Я и такое проходил, и проходил игры, которые просто пропустил. Вот, например, опять же, я повторюсь, вот из последнего King's Bounty проходил впервые. Игре миллиард лет уже. Так, я так и не понял, какой чертеж мне написали здесь чертеж, я его так и не нашел. Чердак, окей, сейчас. Окей. Я и не обратил внимания, спасибо большое. Ух ты ж, что это такое? Что за магия? Пахнет, блядь. Assassin's Creed'ом. С его параноидальным сюжетом. Так, и что мне с этим делать? На крыше ни хера. Так, еще секундочку. Зайди на чердак. Тут. А, то есть подожди, это типа сюда НЛО прилетает? Ну, окей, окей, я понял. Интересное совпадение, заебись. Я так и не нашел чертеж, который мог бы найти. Так вот. Не будет, да, противников особых, помимо сюжета? Прям с особыми анимациями и прочим, все, что я перечислял. Так, пропал человек. Бля, прочитал как расист, пиздец. Гнездо погунов. Педаль в пол. Ха. Че? Воскресить кого-то? Бля. Ой, бля. Бля, нихера.
как-то не очень хорошо получилось. Все, приехал. Отлично. Hey, buddy, there. What were you and your brothers even doing? Подожди, 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 подожди. Трех боссов одно и то же. Подожди, Давид и Голиаф. Не-не, они что, они действительно вот особенные. Особенные, то есть свои анимации. Иначе выглядят, чем все остальные, да? Надо будет на Ютубе глянуть. Либо я могу сам их увидеть, ну, без лишнего задротства. То есть, значит, все-таки я ошибаюсь, и контент есть помимо сюжетки. Блять, да сука! Что со мной, блядь? Как я промазал-то, блядь? Вы этого не видели. Подожди. Это обычный только... А, переростки. А, то есть это прям здесь? Нет. Нет, вы не поняли. Я... Ладно. Выражусь получше. Когда я говорю про... Ну ладно, они просто переростки. Я имел в виду вот такие вот ивентовые существа. Ну вот это вот в дополнениях, возможно, что-то особенное. Но как я понял, значит нет. Ну, это херово. Как по мне, вот все подобные разработчики, они должны черпать вдохновение реально из от From Software. Вот у тех и много противников, и куча необязательных противников. И если ты подзадротишь, ты можешь увидеть действительно особых боссов. Вот, к сожалению, такого сейчас в играх очень мало. Что это за херня? Это что, меня наебали, что ли? На ребенка? I'm serious. Shut up, guys. Пизда. Не зря я, блядь, хотел пиздюка завалить. Бля, нихера. Ты, может, встанешь уже? Не понял, это что это? Это что сейчас было, Серьезно, вот, главный герой это, блядь, какой-то святой, я не знаю. Я бы честно, я бы нашел каждого пиздюка, блядь. Я бы нашел каждого пиздюка, я бы нашел их родителей, блядь. Привязал бы, блядь, к стулья, ему просто шмалял бы в голову, нахуй. Не понял, что это с ним произошло. А, это другие неудачники, понял.
документы попавшего. Скрин, I got one of your missing people here. Хера уроды, блять. Deceased. Shit. Вот тут ублюдки нахуй. All right. Thank you. Вот после этого хотите сказать, что ну детей убивать нельзя? Да я не знаю, таких вот таких детей, блять, не то что нельзя, таких нужно, блять, убивать. Обязательно, просто по обязаловке. Подожди, найти мальчишек. Сейчас, блядь, найду. Найду и выебу, блядь. Ну, в другом смысле, блядь. Не подумайте ничего такого. А то подумайте, блядь, это как в той песенке. Мальчишки и девчонки. Пара-пара-папа. А также их растлители. Пара-пара-папа. Нет, это не ко мне. Да, ага, понял. Стоп, а для чего мне ключ-то был нужен? Сейчас, я сначала все соберу, а уже потом открою дверь. Смотри, блядь, нихуя себе устроились, блин. Holy shit, how many people have they fed to the big guy already? Вот, блять, пиздец, блять, это вот что может быть хуже людей мразотных, вот которые вот так вот делают, блять, убивая других людей в крысу. А, может быть только то, что дети, блять, уже понимаете, если мелкие пиздюки уже сейчас такое вытворяют и так вот безжалостно убивают и взрослых, блять, уничтожить нахуй, блять. Спалить их, просто спалить каждого, блять, не слушать никаких оправданий, что они там выжить хотели, либо еще что, нет, просто, блять, в костер каждого, блять, прострелить колено, блять, с двух стволки, блять, для начала, блять. Вот мразоты, ты посмотри, блять, сколько они людей завалили, блять, сколько вещей. Конечно, опять же, есть глупости свои, но все равно. Посмотри, сколько людей, блядь, фотографии и прочего. Это просто мрази мелкие. Я слов не нахожу. Причем люди-то, наверное, были не самые ужасные, раз эти вызывали на помощь. Это значит что? То, что им шли на помощь, в принципе. Не убивать, не насиловать. Хотя, может быть, и насиловать, на самом деле. Но думаю, блядь, шли на помощь. В первую очередь шли на помощь. Да, блядь, не-не-не. Сейчас, секундочку. Открой дверь вот тут. Да, сейчас открою. В смысле 61% прох... А, понял. Да я сейчас пойду кушать и готовить, опять же. Да я опять же, повторюсь, я бы предпочел. Не понял. А где дети? Вот же дверь, блядь. Нет никого. Вы меня наебали? Я просто иначе прошел по тем же самым локациям. Не сбежали, пиздюки, потому что разработчики знали, блядь, что добрые люди бы их кишки намотали. На лицо как зомби. Так, что там дальше?
Какое нахуй гнездо? А, любое гнездо прыгунов. Не-не-не, спасибо, не надо, не хочу. Так, дарпул не хочу. Вот это. Ой, как далеко. Секунду. Ну да, я собирался в 2 часа пойти. Так. Сигнализация. Да на краски на самом деле плевать. Есть и есть, нет, ну и не надо. Я же говорю, я для меня эта игра сугубо на прохождение. То есть я, может, еще чуть-чуть. Вот, если кто захочет вместе поиграть, там, ну, вот вместе пробежимся, покажете мне онлайн-сегменты, какие-нибудь миссии там выполним, не знаю, что-нибудь интересное. Ой, блядь. Но сильно много вне сюжетки я все равно играть не буду, потому что, как я уже говорил, у меня... планы на дальнейшее прохождение есть. Окей. Оп. Что тебе надо? Сейчас, погоди, сначала я тебя обкраду. Да ёб твою мать. Все, чувак, удачи тебе. Чем руками-то машет, блядь? Он даже не по деревяшке бьет. Все. Кто, блядь? Все... Подожди, всем чуть-чуть. Кто-то в живых остался? Может, мертвы же вроде. Да, все, то есть теперь ты доволен, да? Теперь могу залезать к тебе. А теперь недоволен, блядь. Что-то я не понял. Не вижу с другой стороны никого. Может, трупак. О, прикольно. Или это он просто так упал? Я подумал, что я в него попал с тревой, поэтому... типа, блять, ну, давай, говори уже, блять, что хотел, сука. Че, мне патроны ку... Понятно. Ладно, пойдем отсюда нахер. Я не знаю, он, блять, он какой-то невменяемый. Я не вижу ни зомби, никого, что. На что он еще может жаловаться-то? Или он реально не в себе, короче, знаете, просто так зомби подзывает. Ладно, пошел он нахуй. Кинуть бомбу? Ну, окей, сейчас. Блядь. Так, сейчас. У меня нету бомб. Так, вроде 4 зомби было, 4 трупа валяется. Так что... хер его знает. Сейчас, секундочку. Кинем бомбу или звука в него разрывный. А, точно можно сейчас. Так-так-так. Сейчас. Че это, блядь, было? Где взрыв-то произошел? Вау, нихуя себе. Они по 3 раза взрываются.
чё, ты доволен, блядь, или чё? Не, он недоволен. Или вы имеете в виду в него разрывной стрелы шмаль? Ну, блядь, на. Не, нихера. Как бы, блядь, опять же... Я могу поныть по поводу того, что сейчас многие ноют, поэтому... Даже мои знакомые некоторые ноют по поводу киберпанка, блядь. Что там, видите ли, баги и так далее, блядь. Я советую всем своим знакомым. Ебать! Ты что делаешь, нахуй? Как он вообще слетел? Что сейчас было, блядь? Что за аниме, пацан, блядь? Ебать! Откуда столько звука, блядь, вас, ребята? Откуда столько ненависти? Кажись, зря сюда заехал. Мне похуй. Я вылезу из машины только через ее труп. Все, приехали, блядь. Я просто все равно сейчас буду ливать из игры, так что мне плевать. Так, что у нас тут такое? Что за аниме там валяется? Сейчас, секунду. Ракета Саида. Угу. Так. Медицинская винтовка. Военная. Автомат Буаха. Автомат Кубышка. Блин, что это такое вообще? Какое-то новое, доселе неизведанное оружие. Сейчас, секундочку. Так, так, так. Лесной топорик. Так, в принципе, можно ракету Саида одну выбросить, она все равно одна. Так. Что это вообще такое поставить мину, блядь? В смысле, это мина или поставить мину? Что это такое, блядь? Для машины поставить мину? Понял, поставить мину в машину. Да, талант тут был, помню. Сейчас выкину. А я думаю, здесь будет тайник какой-нибудь за этими, за, как обычно, за фонтаном есть тайник. Так, бросить все. Так, ну и что это из себя представляет? 184 урона, у меня тоже 184. Так, военная винтовка 137. Так, пистолет в Африке, пистолет 137. Подожди, так. 55-64. Во всем хуже. Бля, почему в дополнении? Подожди, или это считается пистолетом? Нет, написано автомат. Какие он патроны использует? Пистолетные или нет? То есть 270 патронов. Подожди, на него свои патроны, видимо. Так, окей.
Автомат-кубышка. 118. Что это такое вообще? Бля, я в глаза ебусь, я не могу. Вот она, все. Пока что так. Так, инвентарь, навыки, нифига. Так, задания нет. Оружие заапгрейдить не могу. Окей, ладно, все, на этом хватит. Пойду-ка я себе готовить реально. Так, сейчас прочитаю. Ты боеприпасов в 10 раз больше, чем уж. Так. А, это пистолет, понял. Видишь, пачка маленькая. Я, ну не знаю, где-то в как и вчера, где-то примерно в 16 часов вернусь. Потому что я пока я сейчас приготовлю, пока поем, ну приблизительно в 16, да. Потом с 16 до 19 буду играть, а с 19 пойду домой, ой, домой, на работу собираться. Да, домой я только с утра пойду. Сейчас, секунду, я еще чекну погоду на сегодня. Потому что мне сказали ходить на работу в зависимости от погоды. Ну, сегодня погода заебись. И завтра погода заебись. Так что я, да, с 8 буду работать. Вертел я это. Мне сказали либо с 17, если холодно, либо с 8, если тепло. Но сегодня тепло. Ой, бля, поскорее бы на работу, а. Поскорей бы на работу, отоспаться и домой прийти. Так, 4, 5, 6, 7 я отдыхаю, 8 опять. Так, 8 это что у нас будет? Это понедельник. А вот слушай, а потом? С понедельника, блять, холода наступит, и мне уже будет не до отдыха на работе. Ладно. В Dying Light можно в 4 играть или в 5? Про какую жабу вы говорите? Ну, типа пошли жабу ебашить. Босс жаба, вы имеете в виду, это такой же, как вот этот вот, ну, блюющий мудак, только здоровый, что ли? Steam китайский язык почти обогнал английский по популярности. Самое смешное, что в Китае Steam запрещен. Круто. Так, разработчики Shadow of the Colossus и Lost Guardian тизерят новую игру. Хм.
Знает кто русскую игру Atomic Heart? Что-то похожее вещается на Prey и на Bioshock. Появились системные требования. Минимальные. 6 гигов оперативы, Intercore i5 2500K, GeForce 780 или Radeon R9 290. 22 гигабайта на жестком диске. Слушайте, что-то игра маленькая. Как-то они ее показывали такой графонистой, говорили про такие, ну, типа подход будет якобы как в Metro Exodus, то что такие открытые локации. А рекомендованные Ryzen 5 5500X, Core i7-4770, 8 оперативы и GTX 1060. Что-то совсем скромные системные требования на данный момент. Прохождение займет более 30 часов, хотя ранее говорилось о 20. Ага, дата релиза до сих пор неизвестна. Ой, я не стал бы загадывать на системные требования тогда. Так. Так, все, давайте. Всем счастливо, я пойду все-таки готовить. И постараюсь поскорее вернуться. Все. Всем хорошего дня.